держать кто будет. Вот они же будут. Они же будут. Когда его видел в детстве? Да, занесите это в телефон на себя. Это мы детям сказали. А зачем ей бы кокаин? Нет, знаешь, где чехол? Здесь семья, она одна. Какая забота. Все с нетерпением ждут. Фиаско, я вижу в глазах. Все равно намокнет, только с мучениями, понимаешь? Осторожно под камушком. Итак, первое намокание, внимание. Все уже иди из мам, да? Ну да, да. Ну как бы. Я советую уже сразу в воду. Полностью. Чего зря. Да. Ну ты не возьмешь, в конце концов, или нет? С удовольствием. Да нет, ну ничего. Там песка была новочище. Так, кажется, там народ просто уже плывет. Да. Глубоко. Понравилось тебе, смотри. Классно, слушай. Освежился. Лавате могу делать. Да. Командос, командос. Опа. Вот у нас команда последняя на этом плане. Мой стать. Это самые настоящие серные источники. Да, так мы еще здоровье приобретем. Просто как на мёд. О, смотри, девочка, мы уже начинаем давить. Сейчас веревку смотает, подожди. Левую вниз, вниз. Ладно. Лучше, да, лучше будет сразу. Все, молодец, молодец. Отлично. Че, все? Вот не как железки, вдруг пальцы лучше рисовать, потому что если нога соскользнет, то палец тоже. Нет, тут нормально, нормально. Подошвы аккуратненько. Паш, плесни сверху водички. Вода такая хорошая! Запускай, запускайся, еще тут есть. Правая нога. Да лови просто, да, тут все. Да. Опа, вот и все. Мучились столько. Мокрая такая. Тащили себя. Все. Давай лапку. Саша, другая вещь. Я как-то. Сейчас
Да, пожалуйста. Воды сейчас будет все меньше и меньше. А, да? Ну, потом, хорошо, потом будет кусок довольно сухой. А потом я могу ее пока оставить. Да? Представить, да. Я думал, ты хочешь чайку вскипятить. Сколько по потолку. Сейчас. Солнце, солнце. Карта, да? Вот здесь вот есть место. Садись, садись ниже. Я думаю, что будет. Это ужас, это был ужас. Они ждали солнца. Вот, нам всем сюда. А кто это, а кто израильский отсала? Кто израильский отсала? Это чисто израильский отсала. Лови! Мы решили, что нечего баловать. А это, по-моему, последний опаль. Да-да, я сейчас. Ну, она сзади у меня просто. Сейчас я подойду. Давай, Саша, пример показывай. Спускаться в эту сторону, а не в эту. Нет, я пойду. Как там за ступеньками? Перетирается. Нет у меня чая. Девочки, помажь ступеньки, классно. Шик, сейчас, не мешай. Лёшься, зачем? Было 10, предложение выйти. Прям как альпинисты. Да, я сижу,